я покажу вам, как из бумаги сделать цветок лотоса. Для изготовления лотоса нам потребуется бумага зеленого цвета, прямоугольники, их нужно будет 5 штук, 10 штук белых прямоугольников и 3 штучки маленьких желтых прямоугольников. Размеры зеленого и белого прямоугольников 7,5 см на 15 и размеры желтого прямоугольника 4 см на 10. Складываем зеленые прямоугольники. Сначала сложим пополам по длинной стороне. Разгибаем бумагу и треугольнички загибаем к центру. Один, второй и с этой стороны. Один и второй. Теперь длинную сторону сгибаем к центру и вторую. Сделаем так 5 заготовок зеленых. Я сделала 5 зеленых заготовок для цветка, и теперь будем заниматься складыванием лепестков. Для этого берем белый прямоугольник, складываем его пополам, переворачиваем сгибом вверх и точно так же, как и в зеленых модельках, собираем галки к центру и с этой стороны. По длинной стороне тоже складываем к центру складочки. И сгибаем пополам. Вот такие лодочки должны получиться, 10 штук. Я сделала 10 заготовок лепестков. Теперь будем делать желтую сердцевинку. Делаем сердцевинку цветка. Для этого желтые прямоугольники складываем по длинной стороне пополам. Еще раз складываем. И ножницами надрезаем, но не до конца. Это будут тычинки нашего цветка. Таких заготовок должно быть 3. Вот я подготовила 3 сердцевинки. Теперь мы приступаем к сборке цветка. Начинаем собирать. Зеленую заготовку складываем пополам и надеваем на нее белую заготовку. Вот таким образом. Одну и еще одну. Сверху запаковываем ее в желтые тычинки. Одна заготовка готова. Вот взгляните, у меня получилось 3 набора. Каждый набор состоит из зеленого, зеленой заготовки, 2 белых и желтеньких тычинок. 2 оставшихся набора я собираю по той же схеме, но без желтых тычинок. Теперь собираем заготовки. Сначала у нас идет с желтыми тычинками, потом пустая без желтых тычинок, снова тычинками. Пустая. И последняя с тычинками. Все эти заготовки нам посередине нужно перевязать проволочкой или плотной нитью. В середине я заготовки перехватываю зеленой проволочкой и скручиваю ее, чтобы они у нас не рассыпались и держались довольно плотно. Теперь наши заготовки разгибаем вот так вот в стороны, чтобы у нас получился такой вот цветок. Каждую пальчиками отгибаем. Вот такая вот штучка получается, колесо. Начинаем собирать цветок с тычинок. Поднимаем вот таким образом вверх. В тех лепестках, где есть тычинки, мы их вот так вот выгибаем, чтобы у нас наши хвостики смотрели вверх.
мы должны поднять. Вот что у нас получилось, когда мы подняли тычинки вверх. Теперь начинаем отгибать лепестки. С белых начинаем к центру. Один лепесточек, один пропускаем, следующий поднимаем. То есть поднимаем лепесточки белые через один. Пропускаем, этот поднимаем. Первый ряд мы собрали, приступаем ко второму ряду. Берем те, которые мы еще не складывали, и начинаем поднимать точно так же лепестки. Снова через один. Один пропускаем, следующий поднимаем. Смотрите, я через один подняла уже второй ряд лепестков. Теперь приступаем к третьему. Поднимаем последний ряд лепестков. Осталось расправить только зеленые листики. Вот наш прекрасный лотос готов.